Друзья, всем привет! Хочу вам показать просто самый лучший магазин игр для Xbox. Вы только посмотрите, сколько тут игр. Магазин называется Игр Games Xbox. Тут и новинки выходят. И старые игры есть, и все реально за копейки. Та же колда за 350. Любые способы оплаты есть. Можете прочитать описание, дополнительную информацию. После покупки получать там простую инструкцию, как спокойно играть на своем аккаунте, и онлайн, и сохранение, все работает. И главное, соблюдайте важные правила. Также есть система скидок, отзывы можете почитать. Можно их сортировать, положительно, отрицательно, 0. Давайте посмотрим на полный список игр Наруто. Тут реально любой найдет себе игру. Сам пользуюсь, все отлично работает. Alan Wake, Robocop, UFC, King Kong. Тут даже игры, которых я даже не играл. Как-нибудь поиграть. Ух ты. Даже не знаю, что такая игра. А, там мастера онлайн есть. Фига. Ассасин. Киберпанк с дополнением за 350. Нормально. Mortal премиум за 350. Просто офигенно. The Crew, Starfield, любимый наш. Реально куча игр. Diablo Ultimate издание за 350. Street Fighter. Интересно посмотреть, что же игры. Тут даже игры, которые не добавлены. Так, где мы там остановились-то? Просто куча игр. Тут и забудиться можно. Джедаи. Это что же игра? Резик. Атомик. Голд издание. И копейки. О, Гарри Поттер. Хогвартс. Dead Space. Еще Call of Duty. Калиста. Вот еще. Game Pass навсегда за 500. Навсегда. Берешь и пользуешься. Настройку делаешь, инструкцию дают, и все отлично работает. И GTA-шка. А это не обновленная версия. Far Cry, Ultimate, Call of Duty, Assassin. А вот и обновленная версия. Все есть. Лара Крофт, трилогия. И Обитель зла. Ghost Combat Point Ultimate за 250. Просто шикарно. Ведьмак. Надо Modern Warfare Remastered. О, а я оригинал прошел. Дивишка и метро. Просто куча игр. Вот и Терминатор.
только тут я нашел эту игру. Список просто не кончаем. Чего тут только нету. Наконец-то. Тут можете отзывы посмотреть, контакты, вступить в группу в Telegram. Тут с продавцом можно общаться. Так что всем советую, берите, спокойно играйте, настройку делать, она простая, инструкцию дадут. Сам беру, все отлично работает и вам советую. Просто можно любую игру взять, проверить, если вам зашла она. Вы можете на свой аккаунт уже купить или продолжать пользоваться этими играми. Что? Давайте, дерзайте. Всем удачи и всем пока.